Всем привет, меня зовут Алина, и сегодня мы с вами распакуем вот эти вот сюрпризы, только не все, а с каждой коллекции по одному, потому что здесь коллекций 9, но я вот эту вот мини-коллекцию смешала в одну, потому что это как бы не мини, и можно сказать, что это одна коллекция. Ладно, но перед просмотром этого видео я вас попрошу подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, ну а мы начинаем! Так, я думаю, конечно же, начинаем отсюда. Так, смотрите, вот здесь есть такие вот пакетики. Я думаю, что сегодня... Давайте возьмем этот. Это такой барашка прикольненький. Давайте его распакуем сегодня. Так, откладываю пока что его сюда. А дальше у нас коллекция мини. Вот такие вот. Я возьму этой коллекции две, так что давайте возьмем вот это вот, мне оно как-то больше нравится. И чехлы я хочу взять, давайте обычный розовенький, вот такой вот мини. Дальше просто обычные чехлы, такие вот большие, их, к сожалению, тут два, короче, простите. Давайте возьмем... Ну, вот этот вот синенький с сердечками. Так, это кладем. Так, пластыри. Кстати, прошу прощения, что здесь написано по-украински, потому что я думала, я буду все аккаунты по-украински. Так что, простите. Так, давайте возьмем... Я хочу взять вот такой вот синий пакетик. Давайте. Так. Дальше коллекция у нас лапки. Ну, давайте возьмем вот такой вот. Так. Так, отсюда мы возьмем... Давайте вот эту вот пандочку возьмем. А с коллекции Панамы вот эта вот маленькая такая, без этих штучек. Так... И от коллекции маски. Я думаю, вот давайте возьмем вот такую вот масочку. Голубую-желтенькую. Так. Это я пока что отодвину. Итак. Итак, вот все наши пакетики. Какие мы сейчас будем распаковывать. Их много, в принципе. И, ну, давайте, конечно же, распаковывать. Так, я думаю, знаете что, может быть, сделать эту коллекцию другую. Так что давайте... Какой выберем? Я думаю, можно к чехлам дать вот этот вот. Так, хорошо, вот все пакетики, которые мы сейчас будем распаковывать. Но для этого мне всего нужно, конечно же, вот такой вот блокнотик. Так, открываем. Вот здесь бумажный сюрприз. На этом мы будем распаковывать. Так, и смотрим, какая у нас первая тема. Первая тема — пандочки. Вот такая вот. Так, ищем наш пакетик с пандочками сейчас. Так. Где тут наши пандочки? Вот, я их уже вижу. Так, ну что, давайте открывать. Здесь была такая вот штучка. Вот, давайте пробуем. Ладно. Так, вот здесь, оп, немного проковыряем. О, есть. Так, все, открываем. Смотрите, вот уже там есть. Я вижу пандочку, можно уже доставать, я думаю. Так, все, это у нас уже мусор. Смотрите, какая нам миленькая пандочка попалась. Она под номером 4. Вот такая вот. Она очень милая и красивая. Это пандочка в шапочке зайчика. Мне она очень нравится. Давайте тогда откроем. Так. Снимаем нашу эту штучку. Оп. И приклеиваем на 4 номер. Вот так. Закрываем. Так, берем наши сюрпризики и переходим на следующую сторону. Так, у нас Панамы. Давайте скорее откроем Панамки. Вот, я уже вижу. Вот, так.
С какой стороны здесь открывать? Сейчас я найду. Ага, вот здесь. Я надеюсь, она уже нормально откроется. О. Ну, в принципе, нормально. Так что давайте открываем. Оп. Так. О, есть! Ура! Так, у нас попалась... Это мусор. Вот такая вот панамка с таким вот, так сказать, смайликом. Ну, конечно же, сейчас мы ее прикрепим сюда. Итак, вот наша панамка. Итак, номер один. Ну, хорошо, тогда давайте вот здесь как-нибудь попытаемся открыть, потому что здесь не очень так. Есть. Оп, открываем. Так, и прикрепляем на номер один. Вот, как раз номер один у нас попался. Прикрепливаем. Вот так. Все, приклеили. А дальше у нас поп-ит. Это, я так понимаю, большой поп-ит. Значит, вот он, барашек. Открываем. О. Так. О, хорошо открылось. Открываем. Смотрите, какой милый. Это лягушечка, какая миленькая, красивая, мне она очень нравится. Конечно же, давайте мы сейчас ее приклеим. Так, это мы отложим. Эта лягушечка у нас, как вы видите, под номером один тоже. Так, отклеиваем. Оп, так, это убираем. Итак, приклеиваем на номер один, вот сюда. Смотрите, какая красота. Так, дальше давайте посмотрим. Это поп-ит, только мини. Так, где они? Вот, я вижу. Так, сюда откладываем. Вот, поп-ит мини. Открываем. Так. Так, ладно. Давайте тогда вот так вот откроем. Мусор выкидываем. Оп. Я, кажется, вижу. Так, скорее давайте вылазь. Вау, это вот такой вот единорожек. Давайте. Он такой маленький, смотрите. Вот этот наш лягушка и вот единорожек. Они такие маленькие по сравнению. Так, конечно же, сейчас мы приклеим. Под номером 3. Вот троечка. Ну, подклеиваем. Так, штуку убираем. И номер 3. Конечно же, приклеиваем его вот сюда. Оп. Готово. Так, дальше у нас коллекция, конечно же, пластыри. Вы уже, наверное, видели. Вот наши пластыри. Ну, открыли. Так, смотрим. О, так, хорошо. Это выкидываем сюда. Итак, у нас вот такой вот пластырь с деревом. Так как упаковка у нас была зелененькая, значит и этот пластырь тоже у нас зелененький. Итак, смотрим на его номерок. 4. Вот четверочка. Хорошо, теперь берем и отклеиваем. Оп, хорошо. На четверочку. Вот наша четверочка. Все, приклеили. А дальше у нас... Так, это маска для сна. Вот, вот здесь пишет маска для сна. Так, берем наши пакетики. Вот, маска для сна. Открываем. Понемногу. Ну ладно. Так, уже открывается. Я вижу нашу масочку, так что давайте достаем. Ух ты, как мило! Это реально очень мило. Смотрите, нам попалась вот такая вот масочка Украина с такими вот глазками-мишнями. Мне очень нравится. И эта масочка под номером... Так, 2. Номер 2. Хорошо, открываем. Оп. И клеим вот сюда. Так, дальше у нас коллекция лапки. Вот наши лапки. Открываем.
Так, что тут у нас? Ух ты, вот такая вот лапка. Вот здесь она вот так вот выглядит. Это лапка такая вот зелененькая, зелено-серая, так сказать. И эта лапка у нас под номером 3. Вот, так, открываем. Оп. Троечка. Вот сюда приклеиваем. И последняя коллекция, как вы уже, наверное, догадались, потому что у нас остался один пакетик. Открываем его. Это, конечно же, чехольчик. Так, и что у нас здесь? Вот такой вот мимимишный, реально очень милый чехольчик с котиком. Смотрите, котик лежит. Я видела такие чехлы на этих котиках. Ну, можно эти котики вот так вот жмякать, это, так сказать, сквиш. Он очень милый, этот чехольчик. Мне он очень нравится. Вот, еще раз вам покажу, какой он мимимишный. И этот пакетик под номером 2. Так, открываем. И клеим на двоечку. Вот здесь пишет мини, и здесь пишет мини, значит, тут будет мини-чехольчик, и тут будет мини-чехольчик. Спасибо всем за просмотр этого видео. Вот такой вот у нас получился сейчас каталог. Мы уже прилепили по одному эти наклеечки. Здесь панамка, здесь попытка, здесь еще попытка, эти на пластыри, маски для сна, лапки и чехольчики. Короче, ребят, спасибо реально вам за просмотр. Поставьте обязательно этому видео лайк. Еще раз подпишитесь на канал, поставьте колокольчик. Я думаю, вам понравилось это видео. Буду рада вас видеть в моем следующем видео. Всем пока!